Привет, ребят, с вами Наталья, и вы на канале Birds and Channel. Сегодня у нас видео распаковочка вот такой вот коробочки от Bird Tricks. В ней натуральные игрушки для попугаев. Вы знаете, что я была на мастер-классе у Bird Tricks. Джейми и Дэйв, отличные ребята, мы даже сняли коллаборацию с ними. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, у них есть видео на их канале, есть видео на моем канале. Вот, и сегодня вот я прям не могу удержаться, чтобы побыстрее не раскрыть эту коробочку, потому что я, честно говоря, не знаю, что в ней. Я знаю, что игрушки у Bird Tricks очень качественные, я смотрела на их веб-сайте и даже уже собиралась их покупать, а тут ребята сами решили прислать мне коробочку на распаковку. Так что давайте начнем, посмотрим, что там внутри. Итак, открываем коробочку. Все, конечно, очень аккуратно запаковано. И первое, что мы видим, это вот такая вот открытка, семейная прям фото, можно сказать. Дэйв, Джемли и их дочь Капри. А у нее, кстати, есть свой канал Bird Tricks Kids. Очень рекомендую для детей, которые изучают английский язык или уже понимают английский язык. Очень милая открытка. Поставлю себе куда-нибудь на память. Вот так вот выглядит их веб-сайт по игрушкам. Очень много разных интересных игрушек. И что тут о них написано? Все наши эксклюзивные игрушки Bird Tricks созданы с учетом безопасности и вовлеченности ваших попугаев. В нашей линии игрушек используются все натуральные материалы, включая джут, солу, красное дерево, кукурузные початки, пальмовые листья и бальза, чтобы обеспечить множество различных текстур, чтобы улучшить как психическое, так и физическое здоровье попугаев. Мы надеемся, что вам и вашим попугаям понравятся эти удивительные дизайны, созданные вручную нашей небольшой, но мощной командой здесь, в Америке. Bird Tricks отправляют свои посылки за границу. Единственное, что сейчас у нас ужесточились всякие разные правила, да. В некоторые страны посылки идут, в некоторые страны не идут с Америки, поэтому все нужно уточнять. На их веб-сайте, если вы спуститесь в самый низ, можно кликнуть на International Shipping и посмотреть, в какие страны они не посылают посылки. Но это на данный момент, может все измениться. Вот сейчас не посылают в Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку. Возвращаемся к распаковке. Все, конечно, с такой любовью запаковано. Так приятно это все раскрывать. Итак, ребят, первую игрушку, которую я вытащила из коробки, это вот эта вот малышка. Нам ее дали на мастер-классе, нам давали маленькие такие пакетики с подарками, и это был один из подарков. Когда я повесила эту игрушку на плейстенд, мои попугаи сгрызли ее моментально, просто потому что дерево очень неимоверно мягкое, это все натуральные продукты. Вот, остался только вот этот вот таг и хвостик, и они до сих пор с ними играют. Кстати, вот такие вот фирменные бирочки висят на каждой игрушке. И о них написано, что эти бирки изготовлены из кожи растительного дубления, что обеспечивает вашей птице нетоксичный дополнительный источник развлечения. Раньше продавали игрушки, на них были кожаные тесемочки, и на тесемочки нанизанные деревянные блоки. Их сейчас не стало в продаже, но мои птицы очень любили вот эти вот тесемочки. Поэтому вот эти бирки идут просто на ура, даже когда игрушка уже сгрызана. Следующая игрушка у нас вот такая вот. Смотрите, опять же сделана из кукурузных початков. Сушеные кукурузные початки. Вам в помощь, ребят. Смотрите, какая красота. Вот здесь вот такая мягкая деревяшечка. Здесь такие вот симпатичные штучки деревянные тоже. Просто прелесть. Эту игрушку сразу оценила рябушка, сразу начала грызть кукурузные початки. Прям очень она ее заинтересовала, и хорошую часть дня она провела в изучении такой интересной игрушечки. Очень много интересных деталей, компонентов. Очень понравилась ей вот эта вот мягкая палочка, очень мягкое дерево, грызть не перегрызть. Ой. Рябушка была занята на несколько часов в этот день. Я вижу что-то большое, большое, большое. Давайте достанем эту. Смотрите, какая интересная. Разные элементы. Тут подергать, повытаскивать. И тут. Тут, по-моему, середина из люфы. Тут кружочек такой интересный. Тоже какой-то натуральный, из какого-то натурального дерева. Вот, и здесь вот такие вот штучки тоже погрызть.
Замечательная игрушка. Ой, смотрите, еще на задней части такое ощущение, что паутинка, да, паучок связал. Тоже все натуральное. Класс. Мне кажется, мои птицы будут в восторге. Ну, Перуры у меня всегда рады стараться в изучении новых игрушек. Вот, сперва пошла изучать игрушку Черри. Вот так вот мы любим повисеть вниз головой. Это вообще наше все. Все потрогать. Видите, сразу интересная вот эта кожаная штучка. Любят они грызть такое. Главное, что надолго хватает. Тут и Чорпи присоединился. Ну все, работа непочатый край. Так, идем дальше. Следующая игрушечка у нас вот такая вот малышечка для мини-видов попугаев, неразлучников, волнистых. Вот, потому что здесь очень тоненькие такие вот элементы для погрызушек. Мне кажется, для мелких видов птиц будет в самый раз. Все натуральное, все красивое, все интересное. Думаю, что повешу своим волнистым. Они будут в восторге от этой игрушки. Или просто повешу на игровой стенд, кто захочет, будет играть. Я сделала ошибку, повесив эту маленькую игрушку на игровой стенд, потому что я сразу нашла Черри, и там очень тонкие детальки, она ее очень быстро погрызет. Так как у Черри уже очень много игрушек, эта игрушка пойдет все-таки к волнистым в клетку. Пусть они порадуются. Итак, ребят, следующая игрушка вот такая вот. Она на вид очень простая, да? Но из-за того, что здесь вот этот большой блок деревянный из мягкого дерева, это очень круто, потому что вот для моих попугаев средних размеров, ну, средними размерами я называю квакеров, да, Бету и Бети, и Гринчикс, Перур, Черри и Чорпи, вот им такая игрушка будет в самый раз, потому что они любят грызть вот это вот дерево, и так как это большой блок посреди, это займет для них какое-то время, чтобы его разгрызть, и они будут чем-то заняты достаточно долго. Поэтому мне очень нравится такая игрушка. Ну и, конечно, Перуры, вездесущие Перуры сразу обнаружили новую игрушку и заняли ее. Пока они нагрызутся, не наиграются, никому не дойдут к ней подойти. Но посмотрите, как круто для них. Можно и повисеть вверх тормашками, погрызть. Ой, развлечение, непочатый край. Так, и последняя игрушка из коробочки. Ух ты, смотрите, какая прелесть. Мне кажется, это моя любимая игрушка теперь. Потому что здесь очень много разных текстур. Смотрите, здесь вот такие вот кружочки, да, интересные бусинки. Здесь у нас кусочки сверху и снизу от кокоса. Вот эти вот деревянные блоки, прямо вот такие вот длинненькие, классные, да, из мягкого дерева. Здесь у нас кукурузка с двух сторон. Здесь у нас вот эти вот штучки, которые можно повыдергивать, да. Ну, замечательно. И как вы помните, я говорила, что вот в такие игрушки еще можно насовать туда всякой всячины, там орешков, семечков, чтобы им было интересно в ней копошиться и ее грызть. Мне кажется, вот это просто прелесть. Мои птицы точно ее оценят. Эту игрушку я решила отдать в клетку к Бети и Бета. И Бети, у нее очень трепетное отношение к игрушкам. Обычно новые игрушки, она на них очень долго смотрит. Она Бету не разрешает их трогать. А потом в один присест за один день может все сгрызть. Но эту игрушку она оценила с первого взгляда. Ей она так понравилась, что она стала моментально грызть ее и защищать ее от меня, потому что... Ну, уже очень она ей понравилась. Посмотрите, сколько всего интересного. Столько всего можно повытаскивать, столько всего можно пожевать. Вот, она на своей полочке любимая. Сейчас будет это все раскладывать. А ей эта игрушка так понравилась, что она начала на меня орать, защищая эту игрушку от меня. Ой, ну, в общем, подарки всем понравились. Подарки удались.
Птички счастливы, и я счастлива вместе с ними. Ребят, смотрите, это еще не все. Я нашла вот такой вот пакетик, и в нем крепление для игрушек. Очень качественный, из нержавейки. Посмотрите, как Birdtricks все продумали. Молодцы. Ребят, ну вот и все на сегодня. Я благодарю Birdtricks за то, что прислали мне такие прекрасные игрушки для моих попугайчиков. Мои птички от этих игрушек в полном восторге. Ну а для вас, я надеюсь, это видео было полезным. Вы можете посмотреть, какие игрушки можно покупать и нужно покупать. И если у вас есть возможность купить игрушки от Birdtricks, я вам рекомендую это сделать. С вами была Наталья. До встречи в новых видео. Пока-пока! Thank you.